Сидишь такой и приуныл. Думаешь, с кем бы поиграть, да и не только. А тут хоба, iCup Pro Discord сервер. Тут ты можешь найти ребят, с которыми тебе будет комфортно провести время. Игры, общение, стримы, новости, конкурсы, гайды. Все это можешь найти именно тут. Discord сервер iCup Pro. Залетай. У нас весело. Ссылочка на Discord сервер будет в описании. Что, если масс ульты? Что с этого может получиться? Если фен прям в наглую под табора зайдет, это будет, конечно, не очень. Потому что меня будет видно. Меня будет видно. И, ну вот просто потом не говорите, что... Как бы, ну, я виноват вот в этой ситуации, что сейчас Феникс умер. Хина здесь пишет видосы. Лагает. Ай! Как вкусно! Во-во-во, ща будет врыв. Во-во-во-во, пошло дело, масс ульты. Опа, вот это сейв года. Ла-ла-ла-ла-ла. Камон, вот это масс ульты просто чётенько. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если масс ульты? Что с этого может получиться? Если были у нас уже глобал ульты, то что если масс ульты? Сейчас я раскидаю ребятам те задачи, которые нам необходимо достичь, ну и, конечно же, начнем плеять, поэтому... Поехали. Опа, и рофл подъехал. Каточка у нас началась. Я раздал ребятам персонажей, которых нам нужно брать. Но третий слот захотел снайпера или траксу. Это, конечно, звучит забавно. Отличный массовик. Ну, из-за этого пришлось сделать ре. Так что, ребятки, улыбнитесь и поехали next. Да, порой бывают вот такие небольшие оплошности, когда... Когда заходит подписчик, и он просто не умеет ни на каких героях играть, и получается смысл такой, что а можно снайпера или траксу? То есть мне не интересно массуху отыграть, мне интересно взять снайпера. Блин, это, конечно, забавно, но это и плакать хочется, потому что, ребята, играйте на всех героях, иначе, ну, ничего не получится. К сожалению, вот такое дело. Магнус Лич Энигма Тайд. Массульты. Берите сразу. В общем, ребятки, задача по игре. Я надеюсь, вам понятно. Надеюсь, ранний рофл, который вы сейчас увидели, вы заценили. Парень поднял настроение, но пришлось его, конечно же, кикнуть. К сожалению, это единственные моменты, за которые приходится кикать ребят, когда они заходят на запись видоса, потому что, ну, нам, извините, вы нам не подходите. Ваша вакансия, так сказать, не очень, не очень. Ну, не суть. Короче, у меня сегодня каточка на SF. Вы заметили, что каждый раз в каких-либо видосах я стараюсь играть на разных героях, чтобы разбавлять контент, чтобы вам было интересно. Ну и в целом у нас сейчас массовик, затейник, ластовый, это SF. У нас все тут почти все упирается в Тайда и Магнуса. Тайд немножко подтанчивает, Магнус прыгает, Энигма прыгает, Лич летит. И все, и поехало. Почему Лич, спросите вы, почему не Кунка какой-то? Ну, я посчитал нужным поставить туда Лича. Потому что, ну, по кайфу. Чисто по кайфу. Ну и погнали, сейчас будем интересную катку играть. Ну, на самом деле, надеюсь, получится интересно. И в целом, ребятки, не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал, подписаться на ТГ. Ну и, конечно же, написать теплый комментарий. Это самое главное, что вы можете сделать для того, чтобы просто кайфануть с процесса. И, конечно же, поучаствовать немножко, так сказать, в процессе построения канала, да, YouTube канала Ксеназос. Поэтому, ребятки, от души. Ну и что, у нас ребятки там уже готовы, ребятки уже двигаются, оппоненты имеют очень довольно-таки жесткий пик, там у нас и Дестер, и Лайфстиллер, ух, это очень-очень жестко, ну и конечно же Ерсбрукер, катка получится, скорее всего получится, очень мощная, реально очень мощная, но посмотрим, как тиммейты отыграют в себе, в принципе, я частично уверен, потому что, ну если пойдет Дестер на мид, с Дестером поначалу будет тяжеловато. Потом, конечно, попытаемся
отзонить койлами, но посмотрим, как все получится. Может, у меня просто тупо маны не будет. Но в любом случае, стаки никто не отменял. Можно будет немножко побаловаться на стаках и попробовать закомбэчить. Поэтому, ребятки, вот такая вот у нас история. Ну что ж, пожелаем всем приятного просмотра и давайте начинать сегодняшнюю зарубу. Сегодняшняя заруба у нас начинается. Масс ульты. Если у нас глоба ульты были, как я уже говорил, то остались у нас масс ульты. Еще столько видосов фановых будет. Ой-ой-ой, самое главное это кайфануть с процесса, конечно же, и это самое главное, опять-таки, я повторюсь, самое главное это кайфануть с процесса. Поэтому начинаем. Почему SF? Потому что SF, ребят, я мог сесть на Энигму, на Лича, на Тайда, но мне интересно будет конкретно в этой игре сыграть на SF, потому что SF у нас тут полукор, у нас коров больше нету, да, то есть можно будет, если что, переодеться немножко, вот, и двигаться в правильном направлении, потому что с руки дамага может и не быть у нас, потому что у нас Магнус. Магнус, как правило, в 4 выйдет, потому что от него будет требоваться РПХа. Так что... Так, да, у нас, получается, Дестер на миду. Дестер на миду. И это такое дело, конечно. Немножко руиним ему крипчиков. Хорошо, успеваем. Еще тычку чапалаховую. Даю Ош, переагр. Прикинь, не переагривается, вот просто хоть убейся, вот сейчас вот вы сами наблюдали, я 3 или 4 раза перекликал, ну прям вот вообще ни в какую они не хотят, эти крипы вообще идти на СФа. Вот сейчас только пошли, не понимаю, почему это не работает, да, вот то есть вроде кликаешься по стандарту, но не хотят. Так, хорошо, лайн я толкнул. Оп, отлично, подруинено. Нормально Дестру там сейчас привалит экспы. Хорошо, главное добить. Чуть-чуть подеремся. Можно чуть-чуть подраться, даже, наверное, и забрать. Эх, одна тычка. Но на койлы маны нету, высосал. Разменчик пойдет. Немножко подразменялись с хитпоинтами. Это хорошо. Самое главное, это то, что я фармлю. Это самое главное. Против Дестера тяжеловато стоит, на самом деле. Но он что-то сейчас быканул. Без арканы, на самом деле, на СФ лучше не бежать. А так с арканой СФ падает за 4 тычки. С арканой за 4 тычки. Хорошо. Батлыгу сейчас возьмем. Так вот. Просрал я хосту на крипе Курьеревича. Так, ну и все. Если честно, это первая катка, которую я играю за 2 дня, потому что у меня 2 дня не было интернета. И, к сожалению, немножко сейчас АПМ мой будет страдать. Но, несмотря на, да, вот эти вот микромоменты какие-то, я все равно как-то немного Дестра гоняю. И это говорит о том, что я сейчас что-то могу. Дестер страдалец, конечно. Койлы там. Ой, койлы стики взял он. Так вот сделаем. Так вот сделаем. Хорошо. Немножко лайн запуленный будет сейчас, это плохо. Это плохо. Надо тоже бы стики взять. Хорошо. Можно денайт в наглую тут. И подеремся. У меня... О, аркану вкачал. Хорошо. Видели, как дэмэдж сразу пошел? Сейчас надо будет койл отменять четко. Очень много дэмэджа вносит, конечно. Так, а я только стик взял, да? Печалька. Сейчас на руну пойдем. Очень много дэмэджа наносит. А койла у меня маны нет, к сожалению. Желательно ману сейчас не тратить. Желательно не тратить. 700 маны. Хорошо. Потому что восстановится, и маны совсем не будет. Ласхитим. Печально. Надо на руну бежать. Некогда стоять здесь. На руну надо бежать. Не могу его немного кайлить. У него там уже поднабрались стики.
Ну так, агрессивно, в принципе, стоим сейчас. Понимаю его силу, понимаю свою силу. Сейчас ману восстановим, и нужно двигаться. Хорошо. Все, тут лайн мы будем держать, стараться. Пусть он страдает на дестре. Будем фармить. Динайть. Будет все огонь. Через что играть будем? Сейчас посмотрим по игре. Если оппоненты сильно задавят, то через лотар. Если давление будет не сильное, такое, знаете, легенькое, то нужно будет тогда по лайту собираться в дагерочке. 700 маны. То есть ему на самом деле плевать так на дестре. Типу. Давай, давай, у меня как раз регенчик. Хорошо. Промах, да ладно. Но у меня сапог, кстати, есть. У него есть астрал. Ай-яй-яй. Со 40 маны. Добрый вечер. Так, куру зачем сюда? Я ж туда ее послал. Это плохо. Но в крипах нормально, ничего не... А, вот так вот даже, да? Но стики есть. Стики есть. Тычка! Хорош! Камон, это был ганг. Команда вовремя подошла. Вовремя пацаны подошли. Хочу все, отойди, лес подстакать, но сапога нету. Команда молодцы, отыграла когда? Редко такое увидишь. Но это произошло. Молодцы, ребята, прям. Четенько подработали. Но меня гангануть втроем решили. Самый кайф это то, что были крипы рядом. Я бы, возможно, и сдох бы. Возможно, и сдох бы, потому что... Крипы, когда рядом, гиролет не дамажит. Самая изи катка. Самая изи катка. Варды стоят. Что-то ребята так идут дальше, да? Стаки. Неплохо. Ну вот, я так не хотел получать этот дэмэдж. Дальний я дал, но чё толку? Если пацаны пораньше вышли, может быть, что-то и получилось бы. Эх. Ну ладно. Чуть-чуть раньше нужно было пацанам выходить, наверное. Ладно, погнали, мид фармить. Не буду не пытаться даже гангать, все равно криворуки ничего не смогу сделать. Найкса почти на развороте разобрали, но что-то, по-моему, не нажалось. А, у него гаш максин и макшины. Мог нажать, кстати, мне кажется. Как думаете? Ну, я сейчас из-за этого мута, что пошел на топе, да, я сейчас... Все, что в миду копил, я все это отдаю. Да ладно. Ладно, ничего страшного. Ничего не поделать с этой ситуацией. Ну, вот и кэшбэк пришел. Окей. Фармим дальше мид, пацаны. Лучше не гангать. Тем более так. Тем более так, лучше не гангать. Так, давай вот это заденим, чтобы взять душу. Хорошо. Ну, вроде ситуация по игре, в принципе, нормальная. Поэтому сейчас... Кстати, у меня Энигма ближние кемпы фармит, да? Поэтому не получится. Ну что, давайте через ПТ-шку. Тревел не будем брать пока. Денег нету особо. Ух, хороший Black Hole дает, но нету телепорта. Что за руна? Монета. Ага. Убивают, да, там пацаны? Ну такое. Найкс на full free. Еса. 3-0. Ой-ой-ой, я не успеваю, да, походу? Еще тычка. Не, я не успеваю, прикиньте. Тавр падает. Вот за вот эти вот 2 минуты столько ошибок, это жесть. Ладно, все равно идеально никто не играет. Даже на про-сцене. Это лишь желание, что было бы хорошо, да? Но не получается. Так, ну погнали. Погнали. 72, кстати, есть. Гирыч. Ух, он обратно под идолонов побежал. Возвращенец прям. О-о-о. Ну, это мой интернет. Можно, плиз. Хорошо. Вовремя интернет разлагал, да? Он там бежит. А чё я бегаю так? Вот что за кретинизм?
топографически. Оп, хорошо. Затыкали. Чуть затыкали. У меня 2 дня с интернетом. Траблы. 2 дня. Ну, когда у меня не было проблем с интернетом, спросите вы. Но не суть. Жесть, там ребята пошли. Но у меня маны не будет на драку, наверное. Если я ТП даю, у меня маны не особо будет. Не особо мана будет. То есть на топе, конечно. О, это что такое? Тут подарок судьбы лежал, а я его не брал. Я думал, законтрили. Так, ну в лотар пойду, потому что ребята доминируют. У меня 0-2, 0-3, ребята. Но хоть и стараются что-то делать. 0-2, 0-3, но стараются. Поэтому давайте в дэмэдж будем выходить. ЕС много крови попьет. Плохо. Я успел нажать инвиз, у меня не будет маны. Маны не будет. Так, у меня 2000, да? Ага, он пошел таки вон. Смотри, мансит. На него еще раз астрал будет. Поэтому я не убиваю, 700 хп там. Даже если я вылазю, ну давайте скрипом. 300 хп. Магнус хорошо поймал. Магнус хорошо поймал, но некому дамажить. Вообще желательно даггер брать. Тут Магнуса даггера нету, да? 2400. Желательно даггер брать, но сейчас дэмэджа не будешь, чтобы это даггером этим пользоваться. Обычно с лотаром, если лотар берешь, офигенно, дэмэдж есть. Дамажиться можешь. Биться. А и можно сделать, в принципе, и даггер, и лотар. Просто я всегда играю через лотар. Это единственная рабочая стратегия, которая прокатывает на 85-й карте. Конкретно для меня в таких хатках, когда ты подфармливаешь, что-то двигаешься, что-то делаешь, да, то есть это самый кайф. Иду. Иду. Забираем руну. Хорошо. Можно подраться. С лотаром надо лотар реализовывать пока. Пока есть возможность, по сути. Выразимся так. Хорошо. Есть почти даггер. Я более чем уверен. Почти даггер у ЕСа. Руна есть? Вот так сделаем. Чтоб если тут вард есть. Зачем? Заруинил, да? Отвод, я хотел отвести, он заруинил его. Хотел отвод сделать, не получится уже. Ладно, пойдем. Магнус лоу хоповый. Погнали. Фенигма поехала, да? Ес фиссура. Хорошо. Масульты пошли. Ух, какой ТП. Какое ТП. Ну, тебе и лотар. Даешь кнопку. Да жмыхни. Жмыхни, РП, РП дай. Он мог же РП дать в одного, не знаю что. Слей просто. Печалька. Хорош, ЕС отзонивает, старается делать по максимуму. Магнус мог РПшку просто слить, не жмись. Это стадия лайнинга сейчас. Сейчас стадия лайнинга.
Можно кнопки жать даже в крипов, на самом деле. Для подфарма. Немножко сейчас Магнус, получается, отдал фражочек. Ну, ничего страшного. Это мелочи. Но Найкс видели, как хапает? Найкс не может ничего сделать. А если был бы дайгер, сейчас с дайгером я смог бы так подраться? Нет, конечно. Конечно, не смог бы. Но дайгер сейчас с Некстом, скорее всего, будем делать. А лучше по стандарту Маднес сделаю. Всегда так собираюсь. Маднес. Пошел. Эншенты, эншенты, Магнусы. Ой, Магнусы, Маднесы. Магнусы. Ладно, блин, чё? А, Магнусы ГГ, да? Ракета. Ракета. Так, секунду. Рекуру. На топе суета сейчас будет, да? По-любому сентри есть. Так, есть. Сентри по-любому есть. Даст и есть. Там вата такая, вот гиролет вата. Ес, ну такой плотненький. У нас уже ульты почти есть. Ульты почти есть. Хорошо. Пешкой. Идем пешкой. Магнус есть. Магнусу даггер чуть-чуть остается, да? Магнусу чуть-чуть до даггера. Идем. Надо драться. Я могу фармить в это время. Могу фармить. Ты Крис, а? Ой, промах, да ладно. Прикинь. Ой, какой массульт зашел. Ой-ой-ой. Я еще раскайлю чуть-чуть. Вот, вот это массульты, я понимаю, жесть. Блин, ну ластовый промах, конечно, это кринж. На эту ракетницу. Пол хп потерял. Пол хп потерял. Я еще ни разу не ультанул, кстати. Но контента мы тут по-любому дадим. Хорошо. Пока что нормально все. Ну, next dagger надо желательно. Dagger сделаем. Хорошо, погнали. У нас тайт ультанул, все ультанули, жесть, такой кайф. Те, когда разультятся, да, у нас прям очень хорошая комба получается. Главное, чтобы ЕС не накрывал это все. Очень сильно решает, что у ЕС сейчас нету даггера. Хотя старт у него был очень хороший, но я не понимаю, почему до сих пор нету у него просто даггера. Может, из-за того, что он сделал Soul Ring, там, да, вот эти, Транквилу. Лишняя трата золота. Раньше... купил бы, было бы намного лучше. Так, дагерочек. Дагерочек, магазик. Хорошо. Пойдет. Да, снайксовый. Хорошо. Минус армор вкачали. А мага будет еще больше. Так, даешь? Камон. По кайфам. Движуха суета называется. Так, с даггером, конечно, поинтереснее двигаться немножко, потому что такая мобильность, кайф. Окей, сейчас ЕС с даггером. Давай по теху переключим. Но я не думаю, что меня это спасет в случае, если он тут прыгнет в такую толпу. Еще с иллюзиями. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. Пойдет. Че у нас? Тайт есть. Энигма почти. Лич есть. Ух ты. Магнуса надо, да? Магнус идет. Магнуса есть. Магнуса есть. Там есть, видите, тоже грязище. Стороночки стоит, не дастся комбинить. Стороночки тоже стоит. Так, минус фиссура. О, в меня просто соливарню. Ребята, по идее, им тут сейчас покажут размен меня. Покажут. На X-Rage хоть и стоит, пошла равага еще до кучи. У Enigma почти есть Black Hole. Вот он, Black Hole идет. Маны нету. Ха. Ой, малыфай скидай, дядя. Жесть. Ну и ЕС в меня решил. Но это на самом деле решило. Эхо в одного, классика, и в итоге меня убивает, и никто ничего не может сделать. Это классика, ребята. Если сейчас так пару драк сольем, я фармить пойду. МП не хватило. Естественно. Естественно, у тебя не хватит. Прошу, ребят, может додумаемся, поставим вот эту штуку. Тут 4 варда, как бы. Я не знаю. Ладно, я понял. Хорошо. Хорошо, я поваржу ребятам. А то сложно им, наверное, кнопочки нажимать, еще и варды ставить. Это как-то, наверное, тяжеловато. Так, вот это сюда, вот это вот так, вот это вот так. Все, и погнали. Next БКБ-ху. Я буду попутно варды ставить и фармить БКБ. Я очень быстро, по идее, выфармлю, но у меня никакого мана-регена, к сожалению, нету. Это говорит о том, что очень быстро я не смогу выфармить. Давайте повардим немножко. Магнуса, если что, есть арканчик. Хорошо. У ЕС одна цель. Хен СФ. Нету, что ли, крипов? А, нифига себе, они вышли. Куда ты блинкуешься? Понял. Вот это опять звук был, да? Я нажимаю блинкануться, но он не блинкуется. Звук и блинкуется по дабл-клику. Круто! Так, вот это стак. Спасибо. Спасибо. Стак А. А. Хорошо. Так, 1600 есть. 1600 есть. Я ни разу еще не ультанул в этой игре. Я думал, сейчас ультану, но нет, не дают. Не дают ультить. Пол БКБшки есть у меня. Да я еще не под Маднесом был. Под Маднесом я бы там разлетелся на ура. В общепи. Есть, конечно. Хитрюга. Есть хитрюга. Давайте вот тут где-нибудь подвардим. Чтобы можно было видеть вот этот здесь заход. Хорошо. Так, тайд есть, все есть. ПТ-шку на силу. Побить, постоять. Опа, отблинкует сразу. Вижу, ситуация нехорошая. Ес, опять сейчас эхом в меня прыгнет, да? Я отойду вот так вот, спрячусь. Да, ес ходит, он именно в меня ему надо прыгнуть. То есть ни в каких других героев он лансит просто лево-вправо. Именно в меня надо, пацану. Так, ну побьем. Пока ЕС бродит, надо бить. Пока ЕС бродит, надо бить. Вон, ЕС идет, все, идет. Тэшку я ломаю. Не ломаю. Ракета летит. Да, вот он прыгает. Ладно, тут я не знаю, типа, в Найкса ультить, который в рейдже. Так, сделаем. На X в рейджах, конечно, ему все равно. На ульты. Но я ультанул чисто там. Пытался тайминг выдержать, да? Не удалось. Не удалось.
Пойдет у меня почти БКБ есть. Блин, ну массу ульты все равно лишь решают, да? Вот они вроде что-то там делают, да, но недостаточно. Хорошо. Отлично, и на развороте тут. Хорошо. Вардик ткнем, но по-любому тут девард будет. Кирыч с ганимом. Пойдет. Ну, Найк портит немножко всю картину, конечно, в рейджах своих. Портит немножко. Но БКБшка есть, пойдем вардик еще один скинем. Куда-нибудь вардик скинем, где-то вот здесь. Ну, на топ вообще надо желательно туда, фул. Тут задувочку сделаем. Задувочку делаем. Желательно с даггером сейчас туда. Так, у меня есть вот так вот. БКБ, я смогу тоже прыгать уже. Оп, хорошо. Есть. Надо скомбинить. Красоту надо скомбинить. Оппоненты вроде держатся, да, жестко, но пытаются. Но Найкс там без армлета, я не понимаю Найксов без армлета. На ранней стадии армлет берешь, прям Найкс очень опасный становится. Так, ну варды вроде не берут они, да, тоже? Это хорошо. И вот я ругался на свою команду, что вардов нету, да, в итоге сам поставил. Но тем не менее, смотрите, как оппоненты, да, варды тоже не ставят. Но это радует, это радует, это поприятнее. У Найкса совсем все плохо. Он медас купил, зачем-то молнию. А мне БКБшка нужна. Статы, конечно, у меня говнище. Из-за даггера. Вместо даггера скади какой-нибудь. Либо лотар продадим уже. Лотар можно будет продать. Так, вардик сняли такие, посмотрите. Вардик сняли. Ребята драться пошли, да? Но Инесса быстренько там сольют. Хорошо. Инесса сольют. Го, попробуем. Так, ломаем. Камон, по кайфу. Рошана забираем. И идем далее. Рошана беру. Ож. Кстати, из-за того, что ЕС держит позиционку, немножко не получается сделать именно такую красивую комбинацию. Да там и без комбинации все сыпятся, потому что Энигма одна только может пятерых убивать за счет своих кнопок. За счет своих кнопок может убивать. Так что смысл такой, что все это дело такое. Наживное, выразимся так. Опа. Поехали. Ух, там, как они стоят, посмотрите. Магна, бро. Камон, бро. Опа. Камон, бро, камон. Камон. Так, у нас еще Личи Тайт есть, да? Правильно по ультам? Погнали. Там еще и ЕС с ультой. ЕС с ультом еще. Прыгни на Тайде. Ой, вот так вот даже тоже неплохо. Ой ты, Найт ворвался на есике. И я закончу свой ульт вот такой темой. Ес, хорош. Все в меня стараешься. Ну вот реально стоит, да, вот прямо бежит в меня. Вот уже третий раз он прыгает в меня. А сейчас уже поздно, уже БКБшка. Ну молодец, кстати. Но в этих играх, видите, не прокатывают. Потому что, почему? Потому что помимо меня еще в команде есть несколько адекватных ребят. Поэтому, если в меня кнопку нажимает, это изи катка. Одобряю. Но не прокатывает. Видишь как? 1x5. Но Энигма, кстати, да, герой такой, что может 1x5. Надо скомбинить. ЕС крысит, конечно.
я пока. Ждем ульты. Ульты и гоу. Это что такое? Это что такое? Жесть, на самом деле масс ульты, да, очень бодренько заходят. Но если сейчас эта игра, в принципе, закончится, да, то я думаю, еще одну карточку сыграем в эту рубрику, так сказать, в рубрику «А что если масс ульты?» Масс ульты, то будет очень-очень круто. Будет очень круто. Серьезно. Так, ну походу он покидает нас, да? Походу покидает нас. Ну, в принципе, стандарт. В принципе, стандарт, ребят. Ладно, не будем париться. Скипаем эту тему. У парня не получилось отлагать, естественно, я все это скипнул, да, и... Ну, сейчас ждем ульты, идем заканчивать, правильно? Пойдем next. Ждем ульты. И идем. Закончим. Еще сыграем. Погнали. Другую тактику. Да, и так фаново. И так фаново же. Так, ульта 11 секунд. Погнали, душанем. Хорошо. У меня еще Скади вырисовывается. Скади вырисовывается. О! Хорошо. Отблинкуем. Сейчас эхо будет, меня нет. Так, ну я лопнул. Жесть, как криво все понажимали. Я вот так сделаю. Жесть, что за грязище просто. Кнопка туда, кнопка туда. Вообще же все криво, но это, блин, вообще не напрягаясь. С таким кривым контролем, как у нас, мы делаем просто, ну, минус 5 спокойно. Ну реально. Это жестко, не знаю. Это жестко. Не стал там БКБ жмакать на лоу хп. И хорошо, что я просто зарестел все хп нормально. Жесть. Просто даже с таким кривым контролем мы сделали вот такие вещи. Даже с таким кривым контролем. Ну, доламываем. Доламываем. Хорошо. Оп, погнали. Сейчас также мид пойдем. Что там душишь его, не души. Оставь в покое. Уес опознаватый дагер. Парень хотя, в принципе, что-то там, да, на четвертой позиции неплохо сделал, но дагер очень поздно взял. Мог драки вообще жестко переворачивать. Драки мог переворачивать прям. Ждем. Ждем минутку и мид. Минутку и мид. Зачем? Зачем? Не дамахит. Так, вот такая штучка. У Магнуса что там? Магнуса есть РПшка. Чё бы в троих так пам, да? Пам. И все. Они низ пойдут дефить. Низ пойдут дефить.
Это смока были, да? Они в смоках, походу. В смоках, походу, потому что не было никого рядом, а Энигма улетела в астрал на иллюзии. Иллюзия не палит смоки. Смоки не тащит. Чуть побьем, они подойдут сами. Хорошо. Овнедж! Идет. Ну надо, чтобы кто-то подбайтил. Турку в меня, давай, бро. Камон. С вами он. За Деннина. Не знаю, я просто стою, ломаю, никто ничего не нападает, вообще жесть. Никто не нападает. Просто ломаем и все. Ладно, думаю я. Во-во-во, ща будет врыв. Во-во-во-во, пошло дело, масульты. Здесь где-то он, ластовый. Ах ты меня застрелил. Ой, закрысил. Вот это я понимаю, масульты, да? Ладно, ГГ. Пойдет. Ну, в целом, ребятки, первая катка на масс ультах прям, ну, по кайфу. По кайфу почему? Потому что затея получается... Кнопочки в меня жмут, ребята, по кайфу. Все в меня главное нажимать. GG, заканчиваем эту игру и играем еще одну каточку, такую же. Может быть что-то поменяем, может быть я на другую роль пересяду и посмотрим. И посмотрим. Он может еще ультануть сейчас, не забывайте, я в астрал нас отправить. Доламываем. Доламываем. Так, ну что-то я не хочу здесь умирать, поэтому отходим. Отходим. Отойду. Энигма с мантой. Блэкхолами жесткими. Два блэкхола дает манте. Хорошо. Да, еще раз, да. Не успели ломать. Еще кастанем. Еще кастанем, сломать не успели. Вот они хорошо на дефе, кстати, там так по кайфу еще, Найкс именно прям вылез, да, вылазит, из-за того, что я там кого-то убиваю, тоже в Black Hole, и прям, и тоже дэмэдж получает, это круто. Да уж. Ну чё, пойдем закончим. Пойдем заканчивать. Чё по кнопкам у нас? По 30 секунд, нормально. Если все кнопки нажимаем, вообще кайф. Там и Энигма классно ворвалась. Все хорошо сплеили. Ну, lose the connection. Залагал. Шнуродеры. Шнуродеры, получается. Получается так. Получается так. Так, ну ладно, кикаем. Кики доломаем. Ох. Что это такое вообще? Почему у них у всех лагает? Ну ладно, у меня лагает, потому что у меня интернет мусор. Неужели есть еще хуже интернет? Ну да ладно. Кик. Кик и идем дальше. Кик. Хорошо, погнали. Трон. Да что ты меня астралишь, дядя? За что? За что ты меня так астралишь?
Че, брат, астрал не получилось дать, да? Опа. GG. Ребятки, первая катка у нас получилась такая, какая получилась. Сейчас пойдем еще одну катку в масс-ультах. Так, ребята, некстовую мы также зарядили уже каточку. И сейчас будем выполнять челленджи еще раз. Будем делать... А что если... Тот же пик, тот же. Тот же. Сначала бан. Сначала бан. Так. Если честно... Очень хотелось бы поменять сейчас героя, а на ком сыграть, если честно, я не знаю. Сало забанили. Хорошо, самое главное это забанить Сайленсера. Хотите, хотите поменяться героями? Вот так спросим. Поменяться героем, а инвокера? Вокера не взяли. Ага, это плохо. А чё СФа? Ну, бери, бери, я Энни возьму. Хорошо. Так, но Энни мне нужно ластпиком, потому что меня будут контролить. Только дайте четвертый пик, ползы. Они все под меня берут. Все под меня берут. Играем на Энигме, я лес. Я лес пойду. Хорошо. Берем Энигму, ребятки. И пробуем на Энигме. Разбавляем контент именно сменой персонажа, потому что, ну, так нужно, так интереснее. Намного интереснее будет. Опять-таки, не уверен, что мне сейчас будут что-то давать, но Enigma это вещь. Надеюсь, катка получится интересной, ребятки. Не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube-канал, подписаться на ТГ. И все будет огонь. Огонь. Надеюсь, Магнуса забрали. Вместо Магнуса кого-то надо. Кунку тогда. Или ХЗ, надо подумать. У нас Магнуса забрали, это очень плохо. Акс, Агар. Ну, массу ульты. У нас массу ульты. Тек. У нас массу ульты. Пена можно. Кайф зайдет. Гоу. Хорошо, решили. Массу ульты. Магнуса забрали, берем Фенеха. Так что, ребятки, работаем. Погнали. У нас сейчас Энигма в лесной акватории. Вернее, как акватория. Лес в Удатория. Что? Что-то какая-то хрень несу, да? Не суть. Короче, смотрите, там у нас силачи. Силач, силач, силач. Силачей очень люблю, чем больше хп, тем лучше. Все равно нам на эти хитпоинты. И инвокер. Инвокер, если рукастый, может он. Конечно. Как иначе. Лайны. Личтайт. Соло Фен и соло СФ. По-моему, норм. Соло Фен хорошо стоит. Соло СФ тоже норм. Кайфу. Фену надо соло, ребята. Фениксу лучше соло давать, потому что это герой такой, который раньше проапается, да? То его тяжелее сбить. И он очень много дэмэджа вносит. То есть герой намного опаснее становится, серьезно. Реально намного опаснее. Реально намного опаснее. Так что, идем в лес. Все будет огонь. Внизу стоять будет Феникс. На топе Тайд. Тайд, если что. Тайд, если что, может 2-3 качать. Идти Эншента. Я не знаю. Так, у нас тут вот оно что. Вот оно что. Валера, вот оно что. Михалыч, вот оно что. Хорошо. Ну, давай я возьму. Окей, я смотрю, так ты хочешь. СПС. Спасибо. Думал, ты возьмешь. Ладно, пойдет. Круто было бы тут топорик иметь, чтобы тут поджирать немножко. Но мы сделаем немного по-умному. Постараемся, по крайней мере, по-умному сделать. Может, по-тупому сделаем, но постараемся по-умному. Давайте, блин, очень не хочется тратить денежки на тангус, но возьмем. Прогрызем вот тут деревья до 5 минуты спокойно, чтобы можно было душнилить. И где-то примерно 40-й сейчас крипы долетят, вернее, крипы курьер долетит. Чтоб можно было воспользоваться нормально. Все, погнали. Чтоб можно было два кэмпа сделать, правильно? Особо без потери идолонов. Без потери времени. Хорошо. Найс, и те сейчас подстакаются. Крипчики. Угу. Вот так, делищ.
Хорошо. То, что нужно. То, что я хотел. Хорошо. И оставляем вот этого крипа, чтобы можно было его затрансмутить. У меня почти третий левел, блин. Есть. Так, вот так отводим. Энигма лес, получается, да, у нас? Давно в лесу хина здесь не стоял. Обычно каточку, если в лесу стою, это руин. Так, пойдем сюда сразу отводить. Смотри, до меня каловые массы домогаются. Каловые массы чисто. Так, чуваки, встаем и гоу. Я только топорик не кидаю. Ах ты, Криса, топор свой закинул меня. Вот это сливаем. По идее, сейчас если сольем, будет третий левел. Будет нормой. Ребятки, не забывайте поддержать лайком. Самое главное, самая большая мотивация, которую вы можете сделать для моего канала, это, конечно же, поставить лайк и подписаться на канал. Если вам есть желание, да, смотреть какие-то такие игры, видосики, почему бы и нет? Почему бы и нет? Это, конечно, круто, когда ребята поддерживают, да, смотрят. Но и плохо, когда не поддерживают именно. Вот лайк, подписка, самое главное. Самый кайф. Ой, я так, тангусик скушаем. Че там, рунка есть, да? Хорошо, экспу не хочу терять, поэтому вот этого большого будем бить. Большого будем бить. Да не, не догоним, дядь. Не догоним. Так, и долонов я просрал, да? Эдолонов просрал. Эдолонов я просрал. Малефайс возьмем на помощь команде, я так думаю. Да, давайте стакнем. Что там, что, ЕС бегает? Тангус, жри, жри, тангус, дядя. Можно было там еще под это, подколупать немножко. Тангус можно было закинуть там. Сюда кинуться, да, немножко. Кинуться. Кинуться немножко можно было. Ой-ой-ой, это очень больно. Чувак, ты куда? Хитрый, блин, на сатире. Прикинь, да, минус 3, трипл килл. Осуждаю максимально его. Ладно, подстак есть. Главное, соул, в принципе. Так, это что у нас получается? Роба есть, эска, эска. И сапожок есть. Отлично. Здорово. Здорово. Стоит и ждет что-то. Убивает фисурница, да? Хорошо. Че там есть, брат? Как дела? Как дела, брат? Главное, экспу не забирай. Хорошо, погнали. Но есть, конечно, хитрец. Но недостаточный. Оп, смотри, как могу. Еще могу вот так вот сделать. А потом могу вот это разобрать, собрать Soul Ring. И у меня будет бесконечная мана. Транквилку сделаем. Пойдет. Пойдет. О, здорово. Но я умер. Надо варник поставить. Тангус хавай. Не хавай, тангус. А, надо варды ткнуть. Надо варды ткнуть. Меня гангают. Ну, хотя бы какой-то кэшбэк пришел мне. Сейчас как на Фениксе чувак затушит. Ну, в скобочках нет. Так, погнали. Вот так сделаем. Вот так, вот так. Хорошо. Что как-то, по-моему, не те роли, да? Выбрали. У Феникса не получается. Феникса не получается. Хорошо. Что там по курьеру? Мне курочка нужна. Хорошо. Немножко побьем. Жалко, не заберу, конечно, но... Сейчас Black Hole будет, он сюда больше не зайдет. Будет, по крайней мере, заходить и умирать. Я так думаю. Хорошо. Здесь центрик ткнем. На проверочку.
Выводим вот этого. Так вот делаем. Так, Black Hole есть улучшенный. Улучшенный Black Hole уже здесь. Вот тут кушаем. Так, вот эту хрень выключить надо. Чтоб мазки не делала. Мазки не делала мне. Так, и тут у нас слабенький крипи. Чё тут у нас, бро? Не получается, да, чуть-чуть? Давай чуть поможем. Немножко поможем, дяде. Лоу хп остается. И долонов туда. Спиритом попал, нет? Хорошо. Задушили молодого. Молодого кукурузыча. Лаку. Так, ну пока что все норм, ребят. Помогаем своей команде что-то делать в этой катке. Правильно? Хорошо. По чуть-чуть. По чуть-чуть фармим. Next дагерочек сделаем. Дагерочек. Пока регенимся. Ой, хорош, ребята, душат. Камон, наконец-то мне кайфовать можно. Красавчики. Так, ну, я возьму вот так еще и вот так вот. Все, это те артефакты, с которыми я обычно играю на Энигме. Считаю, что они максимально подходят для этого героя. На данном этапе. Потому что раньше я всегда собирал ее через Аркану. Там, дагерочек сразу делал, что-то такое, да. А сейчас что-то как через лес, если Транквилла плюс Сол Ринг довольно-таки неплохо выглядит. В принципе, неплохо. Поэтому работаем. Поэтому работаем. Хорошо. У меня есть Black Hole. На Black Hole, думаю, у меня 500 золота все. Надо бы на Питлорда скинуть, может. Как думаете? 600 хп там. Да, можно. Погнали, идолоны долго еще жить будут. Пока живут, надо идти. Выйдет он? Ух, там еще кто-то идет. Оп, вот так сделаем. Хорошо. Поехали со мной, дядь. О, хорош. Четенько. Найс. Они, наверное, такого не ожидали расклада. Что я какие-то кнопки нажму. Ну, Black Hole такой нужен, знаете зачем? На подфарм. Я подфармил только что. Забрал фражочек. И слил кдшку. Я могу дальше уверенно фармить. По-моему, неплохая стратегия. Неплохая. И максим розу теперь. Малефайса в двойку, в тройку хватит. Тут так сделаем. Пофиг на эту ману. Восстановится. Главное крипи добить. Главное крипи добить. Вот так вот делаем. Хорошо. Так, ну нас там кто-то фидит, да? Пойдет. Если ребята фидят, значит процесс идет игровой. Хорошо, давай, добиваем. Отлично. То есть на топе суета, меня нету. Прикиньте, как кайфово будет, когда я проапаюсь, да? Ой, прям вот прикиньте, Феникс вот так прыгает в тупую. От фена можно будет такую вещь красивую сделать. Просто все прыгают, там у них почти все милишники. Милишник. У них там 4 милишника. И все остальные это ренджевички, да? Это инвокер только и все. Только инвокера нужно будет бояться. Что он будет как-то сбивать. Опять-таки они все будут подходить, и я буду накрывать это энигмой. Это очень круто. Самое кайфовое это то, что в этих видосах рубрики «А что если?» это разнообразие, ребята. Это то, чего иногда не хватает в видосах. Ребята там сами ломают, пока я дагер фармлю себе. Да? СФ с тревелами. Молодец. СФ с тревелами ломает. Опа, дабл килл. Второй раз ЕС у нас тут мощный попадается. Второй раз мощный есть. Так, роза у меня имеется, да, в тройку. Хорошо. Вот это трансмутнем. Жесть, там такие хп. Смотри, что делает. Сам себя руинит. Молодец какой.
Ой, ухожешь, Питлорд, вообще. Ярослав, Ярослав, ну ты, конечно, даешь. Ты, конечно, даешь. Это, конечно, Ярослав газует доту. Everyday, I'm gasoline, говорит. Хорошо. Давайте дагер возьмем, Black Hole у нас есть почти, мана почти восстановилась. Хорошо, 500 золотых имеется. Отлично. Вот тут вот этого вот так даешь. Рунка лежит, сейчас забирать будем. Еще две руны заберем. Тут у нас, ребята, пополнение небольшое. Дабл дэмэдж, то, что нужно, чтобы фармить на Энигме леса. Хорошо. Я думаю, от фиссурницы делать какую-то кнопку. Ребята там драться побежали, да? СФ справится. Драку 5 на 5 позовут, я прибегу. Чтобы вещи, суету наводить. Ну, Кермидас, Варды. Ничего себе. Идем сюда. Point booster хочется. Глимерочек хочется. Хорошо. Я готов, если что, на врыве. ТПшечка имеется. ТПшечка имеется на врыве. ТПшечка на врыве имеется. Низ можно толкать тоже. Так, 1700. В магазик бы сбегать, да? Да, в магазик бы сбегать. Инвокер там инвизы жмет. По чуть Т2 ломается. Шкетов своих закидывает их туда. Шкеты. Хочу сюда point booster. О, запалил его. Можно в 1x5 прыгаешь на фене. Я накрою. Нормально будет, вообще контентно будет. Чётенько будет, выразимся даже так. Давай, давай, пополняй здоровье. Хорошо, джаггер фри, да пофиг на джаггера, что он фри там. Фри картофель, что ли? Картофель, что ли, фри? Пойдем что-нибудь понажимаем, не знаю. Стоим очень много. Я в рутах стою. Ух ты. Мне эту кнопок. Да, отдался. Отдался. Но это, походу, легкое будет очень, да? Сейчас джаггер фармит. Ждем. Обосывальня. Все в толпу. Найс. Так, хорошо, 2500. Я вообще пришел в драку, тупо что-то понюхал. И мне дали золото. Прикольно. Я аганим сделаю. Аганим уже есть, в принципе. Я просто всю игру, на самом деле, фармлю. Ну и это тоже неплохо. Ребята сами справляются. Моя задача тоже что-то поиметь. В этой катке какой-то смысл игровой, да? Какой-то игровой смысл должен быть. Вот я вот в такие ситуации нужен здесь. У меня нету. Меня нету в таких ситуациях. Я вниз иду, ребята-то там газуют, да. Лича приняли, того приняли. Хорошо. Ребята там что-то газуют. Вот это вот так отправлю. Хорошо. Аганимчик.
там за СФ бегать нет какая. СФ, а что там? Яша, да, МС. МС бил. Хорош, забрал. МС билд. Сейчас на топе, если втроем пойдут одну пачку крипов туда долбить. Мне кажется, имеет смысл. Прям прилететь туда. Один стоит, фармит. Одного не пойду я. Одного я не очень хочу идти. Хорошо. Вот так вот, масс ульты. Красота. Масс ульты. Масс ульты сюда. Хорошо, работаем. Затушили молодых. Жалко, не втроем, там, не вчетвером они, да, вот там вдвоем чисто шли такие. Я просто мимо проходил. И все. И все, меня больше тут нет. Опа, Ерсбрукер с даггером. Нужно запомнить, что там даггер. Запомнить, что там даггер. Магнус еще. Мимо проходил. Все, пойдем поактивнее, чем немного, через малыфайсы. Раньше, помню, Энигму всегда собирали через некрономиконов. Почему? Потому что под малыфайсом она могла столько грязи с некрами сделать, это просто жесть. Но это такая старая мета, которую уже давно, можно сказать, вывели из Warcraft 3, да, Dota 1. Вывели эту просто мету, потому что сейчас... Немножко по-другому играет, немножко другое мышление у игроков, видение. Но опять-таки, со стороны импакта, без блэкхола, через некрономиконов, это прям... Прям сок. Реально прям сок. Прям сок. Только так можно сказать, что там сок. У меня КДшка 80 секунд. Next Octarine сделаем. Ай-яй-яй, сейчас РП будет, не? Хорошо. Вот это масс ульты называется. Здесь там это пилит все дело, да? У меня даггер. Он наверх пошел. Хорошо. Пойдет. Блин, ну две катки просто вынос. Неужели это не контрится? Ну и от рук тоже зависит. От рук тоже зависит. Пойдем. От рук тоже зависит. В этой катке тоже неплохо доминируем. Пойдет. После яйца все залагало. Так, делищ. Хорошо. Так, ну что, задача по видосу, в принципе, выполняется. Контента даю ош, красоту наводю ош. Все вроде красиво. Сейчас с Фениксом договоримся, чтобы он прыгнул там в 1x9, да, попробуем. Рили, только надо, чтобы ЕС, да, там. ЕС тоже подошел. Прям посмотреть, насколько это будет круто, да? С ЕСом. Главное, не встрять, и 16 левел у меня почти есть. 16 почти есть. Отрегенился. На топе суета. Ну, 16 левел. Даю ош. Хорошо. Я бегу. Пен просто в 1x5 прыгни. Я сделаю. Да что ж не везет такое, ребята. Опять залагали. Кто-то лагает постоянно. Вот я вторую игру подряд сейчас пишу, вторую игру подряд, вот такое, что у кого-то лагает. И может это один и тот же человек с фейка заходит, я не знаю. Диамон 100, не знаю, вроде в игре. Странно очень, что вот так вот у ребят не получается никак сыграть. Жесть. Это печально, ребят. Но без ЕСа походу они.
Ну, извините, что, ребят, такой видос получается, но я не могу отвечать за 9 игроков. Я могу отвечать за себя, могу отвечать за свой геймплей. Так что, ну, извините. Жалко, конечно, что сейчас ЕС выходит, но уже неинтересно. 20 минут, вот 20 минут и все, больше никто не держится в катках. Сейчас такая проблема. Сейчас такая проблема. К сожалению. К сожалению. Очень жаль. Ну тогда не будем эту катку тянуть, пару красивых моментов сделаем и в принципе закончим это видео. Масс ульты. Ребята, закончим его. Я думаю, закончим. И париться не будем. В принципе, видос отписали, на что посмотреть есть, да, в принципе, суета имеется. Жалко, что вот такая фигня постоянно, да? Но... Ничего не поделать. Ничего не поделать. Ничего не поделать. Так, ну нужно, чтобы Супернович была красивая. Инвокер отзвонился, тут даже кнопки не нажимали. Там Джага еще в стороночке прыгал. Не стал он залазить сюда. Без блэкхолов. Души с руки просто. Тут где-то Джага должен быть. В спине был. Джага где-то был. Где-то был Джиггернаут. Такое. 1x5 прям надо. Так, ну вот и я пошел. Теперь и я ливну. Оставьте меня, говорит. Он побежал, хитрец, на Джаге. Погнали на низу фарманем. Не могу, когда вижу такую пачку крипов, но прям... Душа хочет сюда залететь. И зафармить все это. Ставь лайк, если у тебя так же. Игноришь драку, да, игноришь контент, чтобы просто пофармить. Это такой кайф. Это просто кайф. Хина здесь пишет видосы. Лагает. Ой, как вкусно. Можно ТП купить. Спасибо. ТП купить можно. Спасибо. Так, ну Джага сейчас оденется, будет грязеванну делать. Грязеванну. Пойдем, бустер купим. Сефа фулботл. Грязелюди. Эй, поинт бустер. Виталити бустер. Бустер. А че тут пацаны отдыхают? Работать надо. Но если фен прям в наглую под табора зайдет, это будет, конечно, не очень. Потому что меня будет видно. Меня будет видно. И, ну вот просто потом не говорите, что... Как бы, ну, я виноват вот в этой ситуации, что сейчас Феникс умер. Я не удивлен. Я не удивлен абсолютно. Такой идеальный врыв. На вставочку просто. Гениально. Просто гениально, на вставочку. Лич
Twitch как развел, да? Так бы сейчас такой рыб, прикиньте, в четверых здесь. Боже, такой контент был. Так, я не понял, а что это вы сидите такие недовольные? Такой видос красивый для вас делаем, а вы не хотите даже поставить лайк. Я даже специально вот сделал немного рекламную паузу такую. Оп-оп-оп-оп. Подвигались, подвигались, оп, все встали, поприседали, оп-оп-оп-оп-оп. И продолжаем смотреть каточку. Пока я резался, мы немножко подвигались. Не забывайте о том, что нужно поднимать жопу с кресла, чтобы можно было немножко, как говорится, чувствовать себя немножко человеком. Поэтому, ребятки, поднимите жопу с кресла. С вот такого. Или обычного. Стул, табуретка, что вы там на чем сидите. И просто подвигайтесь. Все, подвигались. А теперь продолжаем. Let's go! Так что, ребят, вот такая тема. Ну что, погнали, да? Ух. Ух. Первый пойду, давай. Так, ну что, готово. На вставочку. Глиммер дайте, не, глиммер мне. Глиммер дайте. Лич глиммер себе дает. Глиномиллер. Глимилиринер. Глирмер. Глирмер. У нас настолько мощные кнопки, что типа... Они вместе стоять не будут. Ты. Здорово. Глирмер. Пусти, пусти. Там РП посадили, короче. На РПшку, пацана. Доломаем, гоу. Че, они не подойдут все равно, они поняли, что мы будем комбинить. И не хотят они. Я розу подожду. Я розу подожду. Чем мне стоит розу подождать? Они сейчас позиционку потеряют, но я прыгну в четверых, пятерых. То есть они сейчас подумают, что мы будем сейчас уже убегать, отходить, и все, потеряют позицию. Ну вот примерно вот такую вот, да, позицию вот они, видите? Сейчас инвокер подойдет. Кнопки нажимают. Я не вижу, а где еще один герой? А, вот он, в глиммере был. Чувак, камо. Не надо, пожалуйста. Ты ж... Ух ты, там тайт лопнул еще. Ломай, ломай. Так и не блэкхольнули мы. Но блэкхольним когда-нибудь в следующей жизни. Но не вижу смысла там было. Буду кнопку жать. Кнопку жать. Needs help. Опа, вот это сейв года. Ла-ла-ла-ла-ла. Камон, вот это масс-ульты просто, чётенько. Чётенько, сейв года просто. На одном храпале, я мог, кстати, добить его. Отменить блэкхол и добить. Ой, жесть. И поэтому мужики по яйцам не бьют, правильно? Потому что женщины в дыру затягивают. Вот так вот напишем. Вот так вот напишем. Хорошо. Но жестко-жестко красиво было. Засейвили. Так, ну что у нас получается? Что у нас получается? Каточка красивая? Красивая. Заканчивать идем? Идем. И все. Значит, а что ты там мою энигму ковыряешь? Жалко, конечно, что некоторые моменты не так идут, как мы хотим, да, иногда? Хорошо, это сюда. Погнали. Всем крутится джага, пусть крутится. Инвокер, наверное, с даггером уже, да? Да. Хоть он меня и не убивает, но не хочется лишние проблемы иметь. Масс ульты. Чуваки просто сами там решают уже правосудие свое. У них свое, свое правосудие. Так, но у меня 80 секунд. Да. Это жестко. По чуть ломаем, потом вот это кастанем. Где-нибудь у Тавра Т4. Где-нибудь и Т4 кастанем. Ух, блин, торнадо. Предупредительная торнадо была.
Предупредительная торнадо. Когда тебе говорят, что скоро будет шторм, да, и нужно уходить, и там летят предупредительные торнадо, вот тогда, да, понимаешь ситуацию в жизни. И да не души моих эдолонов, дядь. За что ты их так? Дай, да душат. Не ходи по метеоризмам, дядь. Запукаешься. И сейчас запалите. Тут вот так уже. Ух, лич там пошел, да? О-о. Лич пошел тушить. Там фен полетел. Дядька, ну ты что делаешь? Пошло. Ну ладно, под колодцем масуль ты сделаем. Ничего страшного. Окей, опа, пошел. Пошел, пошел, Джага. Ну выпрыгнул, окей. Давай, души его с руки, дядь. Оп, хорош. Ну просто наглость уже прям. Кнопки жать под колодцем, это... Это прям очень жестко уже, я так выражусь. Ну что поделать? Что поделать? Так, и тем не менее, что у нас вырисовывается, ребятки? Видосик в целом получается у нас успешный. В первой катке экшена было очень много. В этой катке экшен-то, ну вы поняли. Экшена тоже хватает. Поэтому... Сейчас еще блэкхольчик бахнем. Чай, еще. Еще сделаем. ИГГ. Все, найс. Джага хилку вкачал. И камон. Мне нравится, что добавили вот это, да? Видите, как хп пополняется? Тр-тр-тр-тр, вот так вот. Не как раньше по кускам, да? Сейчас вот так вот сделали. Кайфово. Правильно, что так и сделали. Хорошо, на пока. Да, можно, почему нет? Блэкхольнемся. Монетка. Я потанчу. Я очень плотный. Бакс. Из СФа хочу сделать идолона. Большого. Страшно. Хорошо. Они идут к нам, что ли? Что-то знают. Ой-ой-ой. Хорош. Ну, погнали, что делать. Масуль ты, окей. Окей, масуль ты. Что хотели? Что хотели они вообще? В узкие места против масуль то вообще нет смысла идти. Вообще нет смысла. Душанем. Так, у них там пушится. Ну, дефнут. Кнопки у меня готовы. Равага готова. Лич почти готов. Феникс готов. Ну, лич сейчас. Лича ждем. Колодец. Колодец прыгнем. КЗ. Что там у лича? 2 секунды, да? 25. На 20 сек рез Войда. То есть инвокера. Найс, как можно Войда с инвокером попутать? Два раза нажму. Ну, го. Ну, го. Два ульта СФ, а жесть. Это что-то будет страшное. Гоу. Опа. Прокасы. Пошло дело. Ой-ой-ой, что происходит? Ой. Что происходит вообще? Чувак, пойдем драться. Чувак, пойдем драться. Я не понял сейчас, что произошло. Вот так, давай сделаем. Касту СФ.
Хорош! Я еще и не сдохну, да ладно! На вставочку. Камон, ребят, ну в целом у нас видосик получился вот такой вот. Простенький. Масс ульты. Если масс глобал ульты у нас были, то у нас сейчас были масс ульты в каточке. И, в принципе, игра получилась что первая, что вторая прикольная. Ну, пишите комментарии, какая катка вам понравилась больше. Обязательно поставьте лайк, ребятки. Не забудьте подписаться на канал, на YouTube канал, на ТГ, чтобы не пропускать такие видосы. Огромное спасибо всем ребятам, которые участвовали в этом геймплее, да. Ну и, в принципе, все. С вами был Ксеназис и до скорого.